американский магазин после школы в 7-Eleven. Сейчас покупать тебе булочки. Вот сейчас он идет платить. Какую булочку взял-то? Шоколадную. Нравится шоколадная? Да. Прикиньте, мы сейчас в этом... Это все по доллару. Да, тут все по доллару. Мы сейчас... Я сейчас в магазине встретила учителя 5-х классов. Он такой, поздоровался, такой, хе-хей. Ну что было? Сан уже поедает ее потихоньку. Я еще ничего не откусила. Ладно, пока. Готовлю покупки. Сан готовится к покупке. Как ты готовишься к покупке? Смотрите, здесь можно в обыкновенном кроссворде выиграть много долларов. Все, Руслан, все. Да. Руслан еще сдачу ждал. Но там уже 1 цент сдача. Ну да. Хочешь? Это такс. Хочешь? Я пить хочу. Там свет горит? Да. Красная лампочка? Да. Марат так ест йогурт. Научился у своего папы. Все, ты что, все съел? Вот это бог. Где ты будешь? Вау. Привет. Мы едем магазин и возьмем модели для выступления элементы одежды, например, колготки. Вот нам я в России вот такую себе все время хотела. На классику. Куча таких пучков. Для маленьких, для больших пучков. The information about the cost of the cards described below is as of December 1, 2012. Ты как на собеседование на работу устраиваешься? Уже повсюду начался шопинг в молле, парковочное место сложно найти. Я просто заметил один магазин и подумал, что это хорошая идея может быть для развития сети в России. Название может быть немножко шокирующее, но с другой стороны, многие на это этим и пользуются. Вот такой магазинчик. Да, вот торгуют одеждой. И слоган уже готов. Здравствуй, жопа, Новый год. Можно как-то голову использовать, а можно как-то существовать. Я хочу как очко. Это голоса. Это как помогательный. Прочитай что-нибудь по-английски, Руслан. Так шпаришь хорошо. Вообще, Руслан, прочти что-нибудь, можешь прочитать? Ну, ладно, вот это все. Давай. Первое. A direct question begins and ends with quotation marks. The first word of a direct quotation begins with a capital letter. Begin a new paragraph each time a different person speaks. Four. When a direct quotation comes at the end from a sentence, мороженое, Марат? After a speaker's word and before можешь парить? Question marks. Ты ж хоть какой-нибудь русский акцент хотя бы используй. Tim said, math is my favorite subject. When a direct quotation is a question, for example, put the punctuation mark before the last quotation mark. А прочитай, как ты читал полгода назад. Так же. Да ну. Да. Серьезно? Так хорошо. Ты по-русски ты полгода назад читал. Мы снимаем репортаж «Каток в Америке». Мы найдем наших Руслана и Марка. И, скорее всего, где-то тут.
Так, так. О, вижу Руслана прямо по курсу. Ощущения на катке. Ого, как ветер. Быстро едет. Вот Марк белый. Тебя видно? Я его преследовать теперь буду. Видели? Что? Вот эту всю кучку сбила просто. Видишь? Да. Он сейчас как девочка. Маленькая. Ты? Где сейчас я тебя напугал? Я не вылезла. Да ну. Кстати, мне надо сказать, что на все здесь не выпадаться. У нас коньки вообще женские. Очень женские. А, у меня очень мужские. Да, вообще. У меня мужские мяли. Да, вообще. Даже вода. Ау! Я тебя буду снимать тогда. Ой, Мишка завернут. Как его зовут, Маратик? Ой, завернул Мишку спать, да?